В Дагестане официально открыт прием документов на хадж-компанию 2018 года. Муфтиятом республики для мусульман разработаны две турпрограммы «Эконом» и «Стандарт». По словам представителя хадж-компании, в текущем году ожидается повышение цен со стороны Саудовской Аравии. В связи с этим хадж-компании всего мира будут вынуждены ближе к весне следующего года увеличить стоимость хадж-программ. Отмечу, что общая продолжительность поездки составит 20-25 дней. Паломники будут в Медине до 3 дней, в остальные дни они посетят святые места Мину, Арафа и Муздалифу.